Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. В этом видео у меня обзор необычных новинок от компании Faberlic, которые у нас появятся в новом 13-м каталоге. А я, как VIP, уже имею возможность протестировать раньше, чем другие консультанты, данные товары, данные новинки. И, кстати говоря, такая возможность есть абсолютно у любого консультанта стать VIP-ом, выполнять определенный объем в 100 баллов каждый каталог и приобретать новинки следующего каталога за 2 недели до старта продаж. И на самом деле я уже практически все эти новинки протестировала, и у меня уже сложилось впечатление, которым я хочу с вами поделиться. Давайте приступим к делу. Во-первых, у нас появляется новая серия функционального питания. Это здоровое питание, продукты правильного питания – суперфуды. И среди суперфудов, конечно же, любительницы сладкого очень будут рады, потому что у нас появляется, скажем так, правильный шоколад, в котором нет сахара. Он на основе природных сахарозаменителей. Причем природный сахарозаменитель получают из такого экзотического растения, которое произрастает только в Америке, у нас, к сожалению, не растет. Стевия, и он в несколько раз, в десятки раз по своей сладости гораздо слаще обычного свекольного, например, или тростникового сахара. И он гораздо полезнее для обменных процессов в нашем организме. Поэтому его применяют активно в правильном питании. И в наших суперфудах, вот таких шоколадках, также применяется этот сахар. Знаете, на самом деле, когда я попробовала эти шоколадки, мне показались они настолько сладкими. Я думаю, что это еще может быть по причине того, что я сладкого сейчас вообще очень мало ем, но и тем не менее сложные углеводы я все равно получаю. Но это не сладости, это не легкие, не простые углеводы. Поэтому, когда съела дольку вот одного шоколада, второго, третьего, я поняла, что очень сладко, мне прям сладко-присладко. И вы знаете, действительно много такого шоколада не съешь. Давайте я вам расскажу, вот они все у меня вскрыты, какой же шоколад я приобрела. Во-первых, вот этот молочный шоколад, здесь прям даже написано, без сахара, то есть здесь именно сахарозаменитель, природный сахарозаменитель. Обратите внимание, что сахарозаменитель, сахарозаменителю рознь. И если это синтетический какой-то сахарозаменитель, он не полезный для нашего организма. А вот природные сахарозаменители, которые действительно получают из растений, они, наоборот, оказывают положительное влияние, они не вызывают резких скачков глюкозы в крови после употребления таких сладких продуктов, действительно они полезны. Так вот, а вот данный молочный шоколад, он с клубникой и фундуком, и действительно, давайте я вам прям вот покажу, я уже, видите, здесь попробовала, одну дольку съела. Это молочный шоколад. Смотрите, сколько много здесь клубники. Это сублимированная клубника, то есть она высушена особым образом. И она прям не сухая-присухая, она, знаете, как вяленая такая. И вот кусочки фундука. Шоколад по вкусу действительно ничем не отличается от обычного молочного шоколада. Он действительно очень вкусный. И, безусловно, это полезный продукт. И обратите внимание, что каждая плитка разделена на 24 дольки. То есть, захочешь вот так вот хам, вкуснуть, не получится. Сначала отломи. В общем, в какой-то степени это слишком больших сладкоежек останавливает от того, чтобы съесть много. В одной дольке шоколада содержится 16 килокалорий. Давайте посмотрим, какой еще у меня есть шоколад. Тоже молочный шоколад с ананасом. А нет, это, наверное, с манго. Да, с манго. Видите, сколько здесь кусочков манго. Давайте я его тоже вытащу. Вы видите, что каждый шоколад еще дополнительно упакован вот в такую прозрачную упаковочку, герметичную. Я его, естественно, вскрыла уже, потому что пробовала, видите, здесь тоже нет дольки шоколадной. И каждая шоколадка разделена на дольки. По вкусу очень-очень вкусная, это сладости, это приятности. Их действительно
нужно употреблять как лакомство, не как какая-то еда, да, чтобы съесть там пол шоколадки или всю шоколадку, а действительно как лакомство, когда хочется чего-нибудь вкусненького. А вот эта шоколадка, это темный шоколад, и здесь у нас с вишней и кешью. Действительно, прям вот кусочки вишни посыпанные и кусочки кешью. В общем, шоколад действительно очень качественный и, ну, реально для тех, кто находится в процессе построения, кто следит и за своей фигурой, и следит за своим здоровьем, и для тех, у кого есть некие проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет, да, но здесь нужно обязательно консультироваться с врачом, вот эти продукты могут стать палочкой-выручалочкой. И, конечно же, они малокалорийные. Вы уже сами услышали, сколько килокалорий содержится в одной дольке шоколада, не более 16 килокалорий. Итак, это вкусняшки. А теперь я вам расскажу немножечко еще вот про такие суперфуды. У нас в этом разделе появляется чаи. Это действительно чайный напиток, потому что здесь помимо чая еще в составе находятся различные травы, различные добавки, какие-то фрукты, ягоды. И это делает чай очень вкусным. Я протестировала этот чай. Он реально, ну, такой вкусненький, очень приятный по вкусу. С одной стороны, хорошо заваривается, а с другой стороны, он не горький. Это здорово, потому что в нем все сбалансировано. Вот такая коробочка, в ней 20 пакетиков, каждый пакетик запакован. А у нас есть в компании чаи, и вот те чаи у нас есть с лечебно-профилактическим эффектом. Вот в последнее время появились линейки, да, они не запакованы, они просто в пакетик в фильтрах находятся, да, не запакованы. А вот эти чаи запакованы, 20 пакетиков, стоимость вот такой упаковочки 199 рублей. В ценах для консультанта вот мне этот чай обошелся в 147 рублей. Конечно, может быть чуть-чуть дороже, чем в магазине, хотя если вот такого же состава брать чай, то в магазине он тоже в пределах 100-130-140 рублей стоит, смотря где вы будете это покупать. В общем, мне, конечно, интереснее приобретать в своей компании, потому что я уверена в качестве продуктов, я уверена в этих чаях. Уверена вообще во всех продуктах, потому что я знаю, как устроено производство компании. Я сама была на заводе, видела своими глазами, какая там стерильность, да. В общем, если вам интересно, оставлю ссылочку в данном видео, вы можете пройти и убедиться сами, как устроено производство в компании Faberlic. И у меня было несколько видео на эту тему. В общем, девочки, здесь я полностью доверяю компании, доверяю качеству продуктов и смело приобретаю эти товары у себя в компании. Дальше, из суперфудов у нас появляются вот такие полезные супы. В таких упаковках они идут. Вот суп я еще не успела протестировать, потому что до момента покупки вот нашей продукции, до выхода нашей линейки суперфудов, я как раз сварила суп из чечевицы, из бобовых, да, и, соответственно, это тоже я приобрела с бобовыми суп, ну, как-то только что закончился суп с бобовыми, и опять с бобовыми варить, как-то не айс, хочется какой-то другой супчик, да, и как только у меня предоставится возможность, обязательно сварю этот суп, но я уже вижу, что там по составу прям много-много всего. Так, нашла свои очечки. Сейчас я вам скажу. Я купила крем-суп тыквенно-чечевичный, и в составе этих супов содержится бамбуковая клетчатка. Она очень полезна для нашего пищеварения, и в том числе для работы микробиоты, то есть микроорганизмов, полезных микроорганизмов, которые находятся у нас в кишечнике, которые обеспечивают иммунитет нашему организму. Так вот, 100% натуральный продукт, здесь 200 граммов, я так догадываюсь, что хватит сварить супчик на всю семью, если из, допустим, 3 человек, то на один раз. Ну, здесь сами будете смотреть. Так, давайте мы откроем, здесь тоже вот такая упаковочка, и посмотрите, здесь вот много-много чего содержится, вот 200 граммов. И еще один суп я купила, это крем-суп бобовый с копченой паприкой и тоже с бамбуковой клетчаткой. Он вообще такой интересный, смотрите, здесь много-много всего.
В общем, буду тестировать. Как только протестирую, у меня, естественно, сформируется мое мнение, я обязательно с вами поделюсь. А пока вот что имею, то имею. А стоимость этих супов 229 рублей в ценах для клиента. Может быть, цена не очень дешевая, но, опять же, это не обычный продукт. Это действительно продукт из раздела правильного питания. И вы знаете, я вот сейчас очень в теме правильного питания нахожусь, потому что сама стране использую принципы правильного питания, интересуюсь, конечно же, этими моментами и покупаю продукты из раздела правильного питания. И в специализированных магазинах покупаю продукты. Они стоят дороже, чем обычные продукты. Вот приведу вам такой пример. Я заказываю на Озоне муку рисовую цельнозерновую. 2 килограмма этой муки стоят от 500 до 700 рублей в зависимости от скидки. И 2 килограмма муки. Если мы пойдем в обычный магазин и купим обычную муку высшего сорта, она не полезная, потому что там ничего в ней не осталось. Нет вот этой оболочки, в которой содержатся все витамины и минералы. То есть там, наоборот, зерно. И серединка этого зерна, она перемолотая, это простые углеводы, которые не полезны нашему организму, которые способствуют набору веса. Вот почему, когда мы едим булочки из такой муки, то вес набирается. Так вот, обычная мука в магазине обычно стоит 70-80 рублей за 2 килограмма, а я покупаю, получается, в 6, 7, в 10 раз дороже, представляете? Что уж говорить там о других продуктах. Поэтому здесь вот такой момент. Это суп необычный, это именно суперфуд. Если мы заботимся о своем здоровье, то нужно, в принципе, за что-то платить. Мы платим за качество продуктов, с одной стороны, а с другой стороны, если мы хотим сэкономить на здоровье, то тогда мы будем платить с вами за лекарства. Я платить за лекарства не хочу. Лучше я буду употреблять биологически активные добавки, которые будут заниматься профилактикой организма. Лучше я буду употреблять вот такие продукты правильного питания, может быть, чуточку подороже, чем обычное, да? В общем, это моя философия жизни. У каждого из нас есть своя философия жизни. А я перехожу дальше к обзору новинок, которые я приобрела и которые у нас появятся в будущем 13-м каталоге. Итак, мы переходим к серии «Дом». А вот в серии «Дом», девочки, посмотрите, какие у нас шикарные появляются средства для мытья посуды. Это бальзамы, и не зря они так названы. Они действительно не гелеобразную текстуру имеют, а они как крем. Вот давайте я вам сейчас покажу. Видите, вот как будто бы выдавливается крем. Как они пахнут. Насколько они нежные, мягкие. И действительно, вот прямо здесь на упаковочке прописаны. Вот смотрите, в отличие от предыдущих наших средств для мытья посуды, где также их можно было применять для мытья детской посуды, здесь вот прямо на упаковке прописано, смотрите, дерматологическая проверка. Одобрено для атопической кожи, даже вот такой момент, для атопической, то есть для чувствительной, предрасположенной к аллергии кожи. Не сушит кожу рук, быстро удаляет жир, полностью смывается и рекомендуется для мытья детской посуды от 0+. Вот такое средство, действительно очень приятный запах, оно густое. И это у нас средство клубника со сливками и с депантенолом. Оно реально пахнет как клубника со сливками. Очень приятно. Конечно же, все средства для мытья посуды у нас идут на основе растительных компонентов. Здесь нет химии, поэтому вот это средство, оно такое безопасное для нашего здоровья. А второй бальзам тоже для мытья посуды. Вот такой. Значит, здесь у нас, давайте посмотрим, не вижу я, что здесь написано, белая бутылочка, миндальное молочко. Ну, действительно, оно пахнет очень приятно, нежный такой аромат миндаля, и вместе с молоком что-то такое и есть.
Так, нежная забота о коже рук быстро и эффективно очищает посуду от жира, сохраняет, защищает чувствительную кожу рук, рекомендуется для детской посуды. В общем, девочки, новинки просто сногсшибательные. Очень они мне понравились. Я теперь, наверное, буду пользоваться только ими. Особенно вот эта клубника со сливками. Давайте я вам скажу артикул. Клубника со сливками 392. А вот этот с маслом миндаля 396. Вот такие два шикарные средства для мытья посуды. Еще одна новинка. Уходовое средство за телом. Это смузи для душа. Очень вкусно пахнет. Такой свежий у него аромат, девочки. Ревень в составе. Действительно пахнет ревнем. Вот те из вас, кто знаком с этим растением, я лично знакома, потому что у меня свекровь всегда варит варенье из ревни, и у нее на участке растет ревень. Действительно очень свежий такой приятный аромат. Пахнет он ревнем. Вот не знаю, как сказать словами, действительно это ревень. Смузи для душа. Вообще у нас много здесь в этой линейке разных средств. Вот такие гели для душа, они все густенькие. Вот я вам специально сейчас демонстрирую густоту. Они очень приятно пахнут, когда наносишь на тело, это все так благоухает. В общем, шикарная штука. Давайте назову вам артикул этого смузи. Я его рекомендую. 2457 артикул данного геля для душа. Ну, уходовое средство просто замечательно. Помимо аромата, оно еще и густое, и плюс еще оно очень нежно, бережно ухаживает за кожей, хорошо увлажняет, не пересушивает. В общем, отличное средство, поэтому, девочки, прям обратите внимание на эту серию уходовых средств за телом. Ну, теперь мы переходим к декоративке. Вы, наверное, обратили внимание, какая у меня сегодня яркая губная помада. Это новинка, новинка следующего каталога. Вот так выглядит эта губная помада. Сразу хочу вам сказать, не ориентируйтесь вот на эти цвета. Они очень и очень обманчивые. В жизни губная помада смотрится абсолютно по-другому. И вот смотрите, у меня вот этот тон. А здесь 1, 2, 3, 4, а здесь он в каталоге вот такой. Посмотрите, ну разница же прям существенная. Вообще даже не то, что там на полтона 1, 2, 3 тона, а вообще как будто бы это разные губные помады. Согласитесь, правда же? У меня вот этот оттенок, сейчас я вам скажу, как он называется. 40-203 его тон. «Закат в пустыне» его название. На самом деле, когда я выбирала оттенок, я ориентировалась действительно на название. Вот чаще всего название помады говорит больше о тоне, нежели вы будете ориентироваться на цвет. Но это бумага, это белый цвет, помимо того, что у нас у каждого на губах свой цвет. То есть никогда не ориентируйтесь на то, что здесь нарисовано, сфотографировано. Вот такая губная помада. И я вам сейчас покажу, как она выглядит вживую. Вот такой оттенок он у меня на губах. Вы все прекрасно видите сами, но здесь еще, да, есть соответствие. И то все равно на губах гораздо ярче смотрится, где-то на полтона точно. Яркая помада. Помада действительно матовая, но при всем при том она не сушит кожу. Знаете, я ее тестирую уже несколько дней, спокойно с ней хожу. Конечно, она съедается, отпечатывается на чашках, но все же она, на мой взгляд, более устойчивая по стойкости, нежели другие помады из разряда нестойких. И она очень пигментированная, вы сами видите, насколько она яркая. Здесь 12% пигмента содержится в этой помаде, в отличие от других помад, например, из серии «Абсолютное увлажнение», где у нас только 6% пигмента. Да и большинство магазинных помад, они содержат где-то примерно 6% пигмента. А вот если сравнивать эту матовую помаду, пигментированную помаду с другими нашими матовыми, мне вот эта серия нравится прям больше, вот честно, и по ощущениям своим, и вот цветовая палитра, мне действительно подошел этот оттенок. Как-то другие цвета, я не знаю, я для себя не решилась выбрать, потому что, ну, уж точно не эти и не этот темный. Хотя, вы знаете, вот видела еще вживую, как выглядит красная помада.
Она, по-моему, как-то так и называется. Красная. И сейчас скажу. 40-205. Не могу даже. Мемуары красного, что ли, название прочитать. Очень мелко написано. Вот такую видела помаду. И вы знаете, она действительно вот что-то вот в таком красный, который уходит куда-то в кирпичный оттенок. Прям вот не алый такой красный, а именно в кирпичный оттенок. Ну, тоже красивая помада. Правда, я ее на себе не тестировала, видела, как она смотрится на губах у девушки. Так, про помаду вам рассказала. Кстати, еще не сказала, что губная помада – это тоже итальянская линейка декоративной косметики. Производится она на итальянском заводе Интеркос, там же, где производится и Герлен, и Шанель, и Диор, и Мэри Кей, производится вот на одном заводе. Фасовка разная. У нас собственное производство, собственная фасовка. За счет этого соотношение цена-качество у нас оптимальное. А сырье, естественно, поставляется из Италии, импортное сырье, да. А вот другие бренды, у них не собственное производство, и, соответственно, это в конечном итоге сказывается и на цене. Вот такой нюанс тоже существует. И еще одна новиночка, о которой мне хочется рассказать, это вот такой гель для лица из серии ICU. Он в коробочке у нас шел. Гиалуроновый гель с алоэ вера. Знаете, я сейчас открою вам его, и вы посмотрите. Вроде как вот беленькая такая баночка, кажется, и гель должен быть беленький. Та-дам! Открываем, а он зелененький. И вообще у нас фасовка вот в серии ICU, она, как правило, вот такая светленькая, а когда открываешь, там совсем все может быть по-другому, да? Вот я вам сейчас еще один покажу одно средство. Тоже из этой серии, вот она, белая коробочка, открываешь, а здесь, та-дам, и совсем не белая, да, то есть это тоже вот какая-то такая гелеобразная здесь текстура у данного средства, так, не перепутать бы мне, вот так, наверное, да, крышки. Вот, в общем, пользуюсь я этой линейкой, она мне нравится, уходовое средство из этой линейки шикарное, и кремы, и здесь я использовала средство вокруг век, и вот сейчас купила, в следующем заказе тоже буду делать обзор по распродаже вот этот гель с улиткой, который у нас для век, вы знаете, шикарный, просто какой же он классный, ну, о нем в другом обзоре будет, сейчас это не новиночка, а вот новиночка вот эта, и я тоже протестировала эту новиночку. Вы знаете, здесь несколько специфический аромат, сразу хочу сказать, потому что к ароматам я отношусь так очень осторожно. Он достаточно яркий. Прям, вы знаете, пахнет он не столько алоэ, сколько вот мне почему-то кажется, что арбуз, дыня, вот все в смеси, какой-то арбузно-дынный, какой-то такой яркий прям аромат, но не противный, но специфический, может не каждому подойти на самом деле. Здесь все индивидуально. Так вот, смотрите, это действительно гель, и здесь 80% сока мякоти алоэ и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая проникает в глубокие слои кожи. И за счет этого возникает отличный эффект увлажнения кожи. Этот гель, он действительно очень хорошо увлажняет кожу. Мне он очень понравился, и он очень экономный. Вот я вот небольшое количество давайте нанесу. Экономный, потому что его достаточно небольшое количество. Вот вы знаете, чуть-чуть взяла, и прям на всю поверхность лица можно нанести, его хватит. Я, правда, никогда не жалею, всегда, ну, хорошо так, смачно мажу лицо. Вот такой вот запах, да, арбузный какой-то, дынный, вот мне почему-то напоминает, дыня, которая прям зрелая-перезрелая, вот такой какой-то аромат. И действительно очень хорошо увлажняет кожу, вот реально работает это средство замечательно. И еще такой эффект оно оказывает, что его можно использовать и в качестве маски. Вы можете наносить его на лицо, оставить этот гель на 15 минут, 10-15 минут, и тогда он будет еще более глубокое увлажнение оказывать, но при этом, конечно, наносить его надо более толстым слоем, ну, как масочку мы наносим, да? Вот, в общем, такое средство интересное.
не совсем обычная, я бы сказала. Давайте я попробую найти артикул этого средства. 0951. Вообще, средство мне очень понравилось. Так, ну и, наверное, девочки мои дорогие, это, пожалуй, вот все новиночки, о которых мне хотелось рассказать в этом видео. Мне интересно ваше мнение. Понравились ли вам новинки? Во-первых, отпишитесь мне в комментариях. Может быть, кто-то из вас уже приобрел эти новиночки, уже протестировал. Как ваше мнение, как ваше впечатление? Тоже, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Ну, а те из вас, кто еще не успел попробовать, напишите, что из этих новинок вы хотели бы протестировать, попробовать. Тоже очень интересно это узнать. Если видео вам было интересно, полезно, конечно же, поставьте лайк под данным видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. Для тех из вас, кто еще не зарегистрирован в компании Faberlic, если вы хотите пользоваться всей продукцией компании со скидкой 20%, если хотите при этом получать подарки в компании Faberlic, а для вас компания приготовила огромное количество подарков, потому что у нас много и различных акций, и бонусных программ. Одна из них – это стартовая программа в следующем каталоге вот с таким шикарным подарком из трех средств по уходу за кожей лица. Здесь у нас мицеллярная вода, маска сливки, крем-флюид. Все это вы можете получить в подарок всего лишь за 1 рубль при заказе на 1499 рублей в ценах каталога. Для вас это будет на 20% дешевле. И еще, если вы делаете заказ в течение 24 часов с момента регистрации, компания вам дарит еще один подарок. Набор пробничков, вы их сразу получите в том заказе, который будете делать. В общем, мои дорогие, если есть такое желание и вы хотите стать зарегистрированным пользователем в компании Faberlic, получать вот такие подарки, и у нас их очень-очень много, получать подарки за свои покупки, проходите по тем ссылкам, которые я оставила под данным видео, в описании к данному видео и в первом прикрепленном комментарии. Ссылочка активная, пройдите короткую регистрацию, заполните обычную анкету, точно так же, как вы это делаете в любом другом интернет-магазине, получите вход в свой личный кабинет, дальше я с вами свяжусь и помогу вам, сориентирую, как сделать заказ, как оплатить, где его лучше получить, так, чтобы вам было удобно и так далее, и отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. А я говорю вам на этом всем пока-пока, до новых встреч, увидимся с вами в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.